«Золотая осень». Футбольный турнир под таким названием состоялся на стадионе «Торпедо». За победу сразились 8 команд юниоров со всего городского округа. А кто же стал лучшим в упорной борьбе, узнавала наша съемочная группа. Раньше Элла Дмитриевна футбол не любила, однако сейчас она не пропускает ни одного матча. К таким горячим чувствам к этому виду спорта ее смотивировал любимый внук, который играет в Люберецкой «Звезде». Таких болельщиков у клуба много. Все они от первой до последней минуты поддерживали и верили в команду. Каждый, мне кажется, ребенок по-своему одарен. У каждого свои сильные стороны. Их нужно просто правильно развивать. И не торопиться за сегодняшним результатом, а смотреть в будущее и постепенно развивать. Ребята из «Звезды», спортшколы номер один, сборной стадиона «Торпедо» и Болятина, Малаховки, Краскова. Всего 8 команд сразились за звание лучших в городском округе. Юные спортсмены 10-11 лет, можно сказать, будущее российского футбола. Согласно возрастным критериям, играли 7-7 на ограниченной половине поля. Они рады играть в любую погоду. Как говорится, только дай клич, они с огромным удовольствием придут и будут играть в любую погоду. Как говорится, футбол состоится в любую погоду. И верно говорят, что от болельщиков зависит и настрой команды. Футбольный клуб «Звезда» в турнире отвоевал звание сильнейших. Мы были не уверены, но были настроены на победу. Самый последний матч с «Торпедо» был трудный, потому что проиграли 1-0 и... То есть выводить счет было сложновато. В финальном матче с командой «Торпедо» ребятам из «Звезды» удалось сначала сравнять счет, а затем забить еще 2 мяча в ворота соперников. Итог игры 3-1. А теперь все дружно, ура! Ура! Организаторы турнира, Люберецкий спорткомитет и вновь созданный футбольный клуб стадиона «Торпедо» наградили победителей и призеров «Золотой осени» почетными грамотами, медалями и кубками. Такие турниры городского округа среди юниоров на стадионе «Торпедо» планируют сделать постоянными. Ведь запала и способностей у нашей молодежи еще много. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.